Кто хоть раз видел, как плачут животные, которых предают хозяева, не останется равнодушным к этой истории. 6 февраля в ветеринарную клинику в Кривом Роге, Украина, люди перенесли абсолютно здоровую четырехлетнюю кошку. Они не хотели почистить ей ушки или стерилизовать. У хозяев была другая цель – усыпить животное. Мотивировали они смертный приговор очень просто. Мол, у кого-то из семьи появилась аллергия. Ошеломленные врачи на отрез отказались усыплять мурлыку, а хозяйка бросила кошку прямо в вет клиники и убежала, тем самым решив проблему. Конечно, для питомца нашлась передержка. Ее забрала женщина по имени Валентина и поселила у себя, надеясь подыскать животному заботливых хозяев. Вот только кошка не понимала, что случилось. Она не понимала, что ее предали, что никогда не любили, раз принесли усыплять. Не понимала она и того, за что с ней так поступили. Из кошачьих глаз градом текли слезы. Убитая горем кошка искренне скучала за теми, кого любила. Плакала она как-то по-особенному, словно человек оплакивает потерю близкого родственника. Расстроенная малышка очень нуждается в семье. Зовут бедняжку Шила. Она боится собак и не идет на контакт с другими котами. О кошке мало что известно, кроме того, что ее уже несколько раз сводили. Кстати, прежние владельцы уже пытались избавиться от Мурлыки. Они выбрасывали ее на улицу, оправдываясь перед людьми и говоря, что она сама сбежала. Домашняя кошка панически боится улицы и шума. Шили нужен шанс и добрый человек, который ее полюбит. Она умеет быть ласковой и преданной. Просто малышке требуется какое-то время, чтобы опомниться от предательства тех, кого она любила. Кошка передается в добрые руки только после обязательной стерилизации, чтобы ее вновь не использовали для разведения котят. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.